Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. Это первое видео, которое я записываю в новом году. В этом году уже выходило видео, но записываю именно это видео. Я первое видео в новом году. Поздравляю всех с Новым годом. Во-первых, да, он уже наступил, уже сегодня второе число. Желаю всем, чтобы все у вас было хорошо, замечательно, чтобы все, что вы загадали, обязательно сбылось. И этот год был лучше, чем прежний. Вот. А мы продолжаем Days Gone, да? Продолжить, пожалуйста. Пожалуйста, продолжи, спасибо. Вот так вот. А мы продолжаем Days Gone. Так, камера, свет, мотор. Меня видно хорошо. Запись пошла, звук есть. Все замечательно. Да, как ты видишь, немного поздно видео вышло, но праздники, сам понимаешь. Вот, есть небольшие заботы разнообразные. Так, а у нас тут прям вот пиздец кипиш хасл, кстати. Нам тут ничего не дают ни купить, ничего. Ну, а, подожди. Все вернулись на свои места. И трофейное, и говнейное, и все есть. Привет, Дик. Здорово. Как дела? У меня припасы. Блэр, как дела? У меня ни хера нету. Ладно. О, хороший выбор. Да, вот это дело. Это тут я согласен. Ага, ладно. Эти гранаты все спиздили. Отлично. Ага. Ладно. Ладно, ну ладно. Эй, Дик, береги себя. Да, все нормально будет, не сынячку, все нормально. Все нормально. Давай заправим, починим. Можно, блядь, надеюсь, это сделать? Есть охрененные товары. Конечно. Бас, как жизнь в лагере? 100 лет тут просидим. Нету 100 лет. Пара До встречи, Дик. Давай, давай. Так, у нас там сейчас будет разборка питерская, да? Что-то мы сейчас будем делать. Веселые. Я так понимаю. Блин, ну снег это... Я не хочу потеплее одеться. Мне типа норм, кстати, да? Дикона Сан-Джона не смущает, что тут довольно-таки холодно. Так, подожди секунду. Вот так, по-моему, лучше, да. Так, а какой у нас план? Что делать? Я серию 3 дня назад записывал последнюю, это ты сейчас посмотришь и такой, а. Теперь надо отнести это к себе и никому не попасться. Ну, ёб твою. Что тут у нас? Что за вынужденный стелс какой-то? Или мне типа похер? Типа все, донес себе, никому не попался. По-моему, это было несложно. Огнеупорные шнуры в хижине Шиза. Я так понял, мы сейчас взорвать пойдем, да? Что-то конкретно бахать. Что это за звуки были странные? О! О! Нормально, нормально. Здесь же, я так понимаю. Привет. Забрать шнур. Здорово. И как я поверил этому козлу? Не знаю, кстати, вот как он поверил, действительно. Ага. А что, она нам нужна? Ты уверен? Ему уже не понадобится. Для третью накинул волыну. Не тяжело? Нет, блядь. Надо зайти к Эдди, руку забинтовать. Не хватало мне заражения. Знаем мы, к чему это ведет. В моем списке врагов будет только одно имя. Твою. Нахера ты поменял пулемет на СВД? Это же СВД?
Ну, похоже, не уверен. О, а где я теперь пулемет возьму, а? Диконсон Джон. В задницу у тебя, я так понимаю. Вот нафига он взял пулемет? То есть на винтовку эту. Нахер. Нахера. Дик, давно не виделись. Блэр, отлично выглядишь. Ага. Ой. Дик, береги себя. Угу. Ну, теперь можно винтовку в задницу себе засунуть. Я больше не могу. Эй, ты чего? Что на тебя нашло? Да я вообще ветеринар, ты понял? Я училась лечить коров, лошадей и прочих копытных. Это что, похоже на копыта? Эдди? Нет, ты видел, что стало с Бухарем? Я так уже не могу. Тут всегда Эдди. Столько раненых. Эдди. И столько умирает. Эдди. Дикон, я не врач для людей. Ты, ну, ты да, что, спокойно, спокойно. Другого все равно нет. Эдди, спокойно. Все нормально. Так значит, Эдди не врач, а? Ну и что, что ты не врач? Ты спасла жизнь Бухарю. Угу. А это все-таки что-то значит. Угу. Так, она, мы что собираемся взрывать? Я пошла глянуть на взрывчатку. Мало ли, вдруг упокоители сопрут, а потом пошла к Шиза глянуть на шнуры, а надо было сразу сюда, время не терять. Проваливай, Рики. Собрался пещеру взрывать, так я помогу. Я был пацаном, когда отец нашел под сараем крысиную нору. И знаешь, что он сделал? Не представляю. Дождался утра, чтобы они уснули, закрыл дыру фанеркой и велел тащить садовый шланг. И сказал мне, как сейчас помню, лучший способ убить крыс в норе – утопить их. Так. Ты хочешь взорвать резервуар над лагерем? Да, все так. Дикон, нельзя. Я помогу ему покоиться с миром. Дикон, нельзя так делать. Почему? Из-за Майка? И вашего сраного перемирия? Шиза его давить готов, но в одном он прав. Карлос не отступит, люди его не отступят. И ты это знаешь. Это правда. У тебя не личный мотив? Еще какой личный? Ясно. Бухарь, я иду к воротам. Ты готов? Сильно. Я уже тебя жду. Ладно, сейчас буду. Крутая пушка. О, да. Подарочек от Шиза. Будешь возвращать, позови меня. Я тебя позову. Ну шо, поехали. Вот ты тварь! И как мы поступим с этим гадом? Мы же не допустим, чтобы Майк правду устроил суд. Нет, не допустим! Ну так какой план? Я эти места хорошо знаю. Сара работала в лаборатории к югу от Iron Butte. Я раньше ездил туда. Забирал ее на обед. На этих дорогах я учил ее водить байк. Джесси! Карлос! Как он там себя теперь называет? Он обосновался в гольф-клубе. К югу от клуба располагается водохранилище Crescent Lake. Мы с тобой взорвем эту плотину. Вода хлынет вниз, и они все захлебнутся, как крысы. Погоди, но клуб же вроде на холме. Да, да, ему скорее всего ничего не будет. Зато все остальное их логово смоет. И Джесси потеряет большую часть своих людей. Если Джесси останется жив, мы застанем его врасплох. Именно. Хороший план. Не, план хороший. Мне нравится. Теперь надо только придумать, как незаметно пробраться в долину, да? Ничего, доедем. Только держись крепче.
Отличный план. Главное крепче держаться. Воу, 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 воу. Тише, тише. Ну давай, про... Ага, охеренно. А он не дохера ли в голову поймал, а? Вижу! О, хорош. Я помогу. О, хорош. Упокоители. Черт, сейчас. Убить его. Огонь. Чего, блядь? Надо перезарядить. Че, он бессмертный, что ли? Ты как? Бывало и лучше. Ладно, пошли. Пора закругляться. Давай. Я прикрою. Пригодится. Лом говнём, нам это все надо. О, чё там? Чё там? Не, говна. Говна кусок. Так, ну, поехали. Так, а как бы тут красивенько. Смотри-ка, даже фара, по-моему, меняется, кстати, да? В зависимости от того, какую ставишь. Даже это сделали. Это хорошо. Так, а то патронов нигде не осталось. Чисто так взять. Отсюда надо двигаться на юг! Я за тобой! Блин, так хотелось сейчас вот прыгнуть. Ну ладно, не будем. Пипец у них вот все раздолбанное. Ну прям, ну, дикари в смысле. Что взорвать? Какую? А, вот эту дамбу, да? Так. Ну что, легко не будет? Не. Так, а ты что делаешь? Ну, я сейчас прихвачу туда этот рюкзачок. Я очень вежливо и аккуратно взорву там все нахер. Бухарь. Ну, а ты будь здесь и прикрывай меня, пока я устанавливаю заряды. О, ты долбанулся? Да я справлюсь. В перестрелках я не силен, на взрывчатку-то я заложил. Я умею работать со взрывчаткой. Афганистан прошел и точно знаю, куда ее ставить. Чудно. Вот ты подскажешь мне, что куда. Ты готов? Да. Погнали. А, вот за... А, вот для этого мне и нужна была снайперская винтовка, да? Я буду на этой вышке. С нее просматривается вся плотина. Угу. А патронов мне даст кто-то? Я так понимаю, патроны у меня, блядь... Должны были просто очутиться, да? Подожди, подожди, Бупри, сейчас. Лом. Хорошо, ты готов? Я пошел. Давай, быстро и незаметно.
Понял, брат. Бухарь! А, ладно, иди, иди. Где поставить первый заряд? Видишь мостки, которые наверху плотины? А, я пошел туда. Ну, братишка, я нормально, я тут с винтовочкой. Так, ставлю первый заряд. Готово. Перехожу к следующему. Молодец, Бухарь, так держать. Ой-ой. Да ты иди в жопу, я чё, блядь? Знаешь, это скорострел. Я тут не то, чтобы дурью маюсь. Я закладываю второй заряд. Не так уж и трудно. Я тут малый занят. Уберёшь их? Да-да. Вроде убрал. А, у меня патроны тут бесконечные. Здорово. А то я уж было занервничал. А, давай, давай. А ты не нервничай. Дик. Сейчас. Ошибка, братишка, ошибка. А кто? Трубу у основания плотины. Это напорный водовод. Я на месте. Так, третий заряд. Я на месте. Ты шевелись там. А ты сам попробуй одной рукой и ножом. Рука-нож — это круто. Я даже немного завидую. Вот видишь, легкотня. Рука-нож, говорит, это круто. Я разберусь. Эй, блядь. Ты там в кого целишься? Дик! Чёрт! Давай я буду делать свою работу, а ты свою. Да-да, ладно. Давай работай. Где он? Нормально же? Давай! Давай! А что это были за взрывы? Это мыло взорвалось или что это было? Охренеть! Ты как, цел? Да. Вроде бы, да. Погоди-ка, а где моя? Идиот. Каждый раз смешно, да? Пойдем. Пойдем за Джесси. Ну что ж сказать, Джесси. Писец тебе. Мы за тобой. Слушай, брат, ты молодец! Круто все сделал! Да? А по-моему, я пару раз чуть не сдох. Ты уж извини. О чем ты говоришь? Я такого драйва не испытывал с тех пор, как... Черт. Помнишь, как нас обложила Орда в Тумала? Мы еще не закончили. А
чем мы еле едем так? Можно побыстрее? О. Как думаешь, сколько мы убили? Не знаю. И они сами напросились. Да, сами напросились. Да. Как и все мы. Убили мы до хера, мне кажется. Ну что, дальше придется пешком. Может, останешься? Посторожишь байк от всяких бродячих упокоителей? Нет, байк меня сейчас мало колышет. Вот уж нахер. В этом виноват Джесси. Она хотела расплаты. Ну, будет ему расплата. Не заведу я сейчас Джесси, конечно. Ну, теперь пошли в гольф-клуб. Хорошо. Показывай дорогу. Господи. Вот так же, наверное, было после всемирного потопа. Ливануло и смыло всех грешников. Да, только в этот раз Господь Бог ни при чем. Ну, ты меня понять. Черт, упокоители. Как они живые-то остались? Это ненадолго. Идите сюда, твари! Давайте! Слева! Слева! Да, сейчас! Бухарь, ты нормально? Ебать, бухарь там уже сражается или что это происходит? Да, это громила. Да ты... О! Запарил ты. На что-то сгодится. А, у меня еще мини-дробовичок есть. Блять, бухарь! Стой! Свободи! Вот ты, блядь. Идиот, а? Куда ж ты, сука, рашишь так? Готов искать Джесси? Надо довести дело до конца. Эти еще более угашенные, чем обычно. Небось. Занюхнули сразу все, что у них там оставалось из наркоты. Так, вот туда тебе лезть не стоит. Я тебя подсажу. Ладно, слушай. Если со мной что случится, недалеко отсюда трава. Нет, это ты слушай. Там наверху не Карлос, не отец психов-упокоителей. Там чертов Джесси Уильямсон. Подонок и вонючий жалкий говнюк, который получил по заслугам. Понял?
Так что иди туда и завали эту паскуду. Ах ты, сука! Тихо, тихо. Пора покориться, брат! Пора покориться! Дик! Ай, блядь! Смиренному Джесси Уильямсону покориться! В смысле, а что делать? Помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня! Джек сжигал мне кожу на спине! Память! Да куда? Тебе пиздец, лох. Бешеные псы! Я был одним из вас! Но видишь, что мы сделали? О, тихо, тихо. Ты видишь эти шрамы? Ой, блядь. Из-за этих шрамов я не был найден. Да, именно! Я понял! Что ты понял, а? Что ты понял? Да. Ого, что ты понял там? Освобождаешься, да, братишка? О, подосвободился, да, я смотрю. Подосвободился, подизвинился. А что он думал? Я вижу. Теперь мне виден путь. Да, мне тоже. Покойся с миром, Джесси. Вот и все. Теперь вот решили проблему конфликта. Все. Да. Да, все. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Ну, Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я... Мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли, пора сматываться. Да, да. Ну, блин, такая, вот тут такой сюжет охуенный. Даже у меня иногда слов нету, чтобы сказать. Но ты сам все видишь. Это просто пизда. Ну, мы с тобой... В общем, уже пару лет не общались. А-а-а. Просто я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. О, Аминь. Дик?
Да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. Ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь, после всего этого, я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик, пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они. Всегда. Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы — это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей. Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Майк, ну в натуре, но это совсем не те люди, это ж психи. Мечты тут вообще ни при чем. Ну это ж ты сам видел. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться. Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да. Предотвратил убийство. И знаешь что, мне от этого легче. Майк очень странный. Нет, я понимаю его мотивы. Фу, так, пойдем. А, винтовочку. Блять, заебись. Автомат, блять, пулемет забрали, снайперку забрали, все забрали. Писец. Давайте хоть патронами затаримся. Ты чё тут тупишь? Нет, эй, не начинай. Дикин. Как дела, здорово. Бас? Даже не представляю. Много топлива жрет, да? Ну, нормально. Заходи, Бочек, будет починить. Новый товар. Так, давай теперь патронами закупимся, какую-нибудь Диком. Пушку возьмем, да. Наверное. Джо. Ну давай винтовку. Давай, ладно, давай арбалет, хер с ним. Так, припасы. Ага. Ага. Отлично. Угу. Ага. Угу. Так, и у нас тут выживание. Выживание. Вот это давай. Так, и здесь мы с тобой, да, сохраняемся. Нет, нам надо к байку подойти, может, без байка не можем. А то ты шо? Ты шо? Так же нельзя. Здесь мы с тобой сохраняемся. Вот так вот, чекс, чекс, чекс. И продолжим, естественно, в следующей серии. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и оставляй комментарий. Всех обнял, приподнял, покружил и на место поставил. Всем пока!